Осмотритесь. Держамин почти уснул. Сударь, с вами все в порядке? Да, все хорошо. Не беспокойтесь. К экзамену по русской словесности приглашается Александр Сергеевич Пушкин. Бессмертный вы вовек, о русские исполины, в боях воспитанный сред бранных непогод, а вас, сподвижники, друзья Екатерины, пройдет мольва с рода в род. О, громкий век военных споров, свидетель славы россиян, ты видел, как Орлов, Румянцев и Суворов, потомки гроз не славян, перюнам севсовым победу похищали, их смелым подвигом страща сдивился мир. Державин и Петров героям песен бряцали струнами громозвучных лир. О, скалы России вдохновенны, воспевший ратных грозный строй, в кругу друзей двоих, с душой воспламененной, взгреми на арфе золотой. Да снова стройный глаз герою в честь прольется, и струнный трепетный посыплет огум в сердца, и ратник молодой скипит и содрогнется при звуках бранного певца. Где Пушкин? Верните меня его!